И вновь к событиям в стране. Меры борьбы с фейками обсуждают участники круглого стола в Алматы. Для распространения ложной информации сегодня создаются уже целые агентства. Актуальна проблема и для Казахстана. Некоторые СМИ намеренно распространяют ложь для привлечения внимания. Это реальный вызов нам, профессиональным журналистам. И если мы не поставим притвоны, эти заслоны, то это грозит уничтожению нашей профессии, целой отрасли. Надо создать такие механизмы, чтобы нарушение этого кодекса привело к тому, чтобы ты не имел возможности работать в своей профессии. Здесь не важны штрафы, какие-то там денежные наказания. Это именно моральное наказание. На тебе ставят жирный крест за то, что ты нарушил моральный кодекс.